Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Мобилизованные кировчане не получат единовременную выплату. Об этом сообщил областной военный комиссар Геннадий Боков, отвечая на вопросы в паблике «Объясняем Кировская область». Он рассказал, что призванные по частичной мобилизации в соответствии с указом президента приравниваются к тем, кто проходит военную службу по контракту. Для них не предусмотрена никакая единовременная региональная выплата. Ранее такую выплату получали только те, кто шел служить по контракту в именные подразделения Кировской области – роту «Вятка» и дивизион «Широнина». Экономика. Почти 2 миллиона в день стоит зимняя уборка Кирова. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала начальник отдела содержания улично-дорожной сети УДПИ Екатерина Бескачева. Всего на зимнее содержание кировских улиц в год выделяют 345 миллионов рублей. Сюда входят работы по ручной и механизированной очистке тротуаров и дорог, обработка противогололедными материалами, уборка мусора из урн, грейдирование и расчистка грунтовых дорог. Переход на зимнее содержание улиц в Кирове начался с 20 октября. Отмечу, что летом содержать город почти в два раза дешевле. В день на это тратят 1 миллион рублей. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Контролировать свой бизнес значит знать решающие параметры. Каждый процесс отслеживать не обязательно, но они для этого должны быть грамотно выстроены. Что значит грамотно? Послушайте руководителя компании, бухгалтер и я, Татьяну Максимчук. Если, например, у вас администратор берет наличные с кассы, вы должны четко определить, куда она отчитывается, куда это в какую таблицу вносится, как вы контролируете деньги. Без сроков это все бесполезно, вам обязательно нужно установить сроки. Если ваш сотрудник не собирает какие-то данные или собирает их плохо, скорее всего, он копирует просто-напросто вас. И стая копирует ВЖК, запомните это, и вам нужно начать с себя. Конкретные шаги подскажут и сделают вместе с вами специалисты компании «Бухгалтер» и я при внедрении управленческого учета. Возьмите свой бизнес под контроль, устраните слабые места и откройте точки роста. 213-112 – телефон для вас, если вы поняли, что время пришло. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».